сорт томата «Немецкое бычье сердце» Гомера. Вот такой вот крупноплодный сорт томата, если взять в руку. Вот по сравнению с моей рукой какой плод. Но это еще не самые большие экземпляры. Да, вообще эти томаты могут быть весом до 1,5 кг. Но это, конечно, при очень хорошей агротехнике выращивания. Сорт урожайный, среднего срока созревания. 100-110 дней проходит до сбора урожая. Кусты высотой около 1,5 метра. Сейчас взвесим. Этот плод весит 460 грамм. Но я считаю, тоже приличный вариант. Разрежем. Вот так этот плод выглядит в разрезе. Плод многокамерный, очень сочный. Сорт универсального назначения. Можно делать салаты, можно перерабатывать на томатный сок, соусы, морсы.